прошлой жизни, когда я жил и грешил, увлекался наркотиками, жил криминальным образом жизни, то невозможно было остаться здоровым. Я заболел серьезными заболеваниями. И когда я пришел к Богу, принял крещение, то Бог показал мне, что нужно идти дальше, несмотря ни на что. И я год лечился от них, от одних заболеваний, но не приходило исцеление. Уже организм пострадал от этих всех медикаментов, потому что как мы лечим одно, другое калечим, так говорят в мире. И мне уже было плохо от этих лекарств, поэтому я оставил лекарства и думаю, буду жить так, потому что так я еще быстрее загнусь, потому что одни болезни накладывались на другие. И когда я пришел к Богу, Бог подарил песни мне. И вот одна песня называется так: «Дай прикоснуться мне к краю твоей одежды, Иисус. В тебя я верю, я точно знаю, твоей любовью исцелюсь». Меня вдохновила история из Библии, когда женщина сама в себе сказала: «Даже если прикоснусь к одежде его, то исцелена буду». И вот эта история вдохновила меня. Бог даровал эти строки, песню, мелодию, хотя у меня этого не было даже. И Бог мне дал исцеление, показал мне, что нужно сделать, и от одной болезни я исцелился. Как в Библии много показывается, когда Бог через пророков обращался к людям, говорил: «Сделай то или то, и будет исцеление». Бог тоже указал мне, я сделал, было исцеление. Но другая болезнь оставалась, которую я не мог вылечить. Наверное, год, если не больше, я лечился. И когда я подумал, почему я не пою эту песню? Да, у меня есть болезни, но что-то побудило, это был Дух Святой, я в этом уверен. Я исполнил эту песню и как раз принял в своей жизни посвятить жизнь служению. И я пошел обследоваться, и врачи были в шоке. Когда все органы, они как новые, потому что они смотрят, что было раньше по анализам, и смотрят сейчас, они говорят, у вас даже незаметно возрастных изменений. Органы идеальные, болезней нету. Вот так пришло исцеление в мою жизнь. Бог исцелил меня. Бог любит меня. Бог любит каждого. И Он хочет, чтобы мы жили полноценной, здоровой жизнью. Даже в этом мире.